Еще несколько хороших новостей, связанных с благоустройством города. Черкесске в скором времени появится новый микрорайон. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал глава республики Рашид Темрезов. На площади более 200 гектаров планируется построить 580 квадратных метров жилья. Располагаться новый микрорайон будет неподалеку от недавно возведенного микрорайона «Северный». Для строительства планируется привлечь инфраструктурные бюджетные кредиты. За поддержкой в этом вопросе глава республики обратился к заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину. Между тем, мэр города Алексей Баскаев поделился информацией о том, что в следующем году в республиканской столице завершится благоустройство двух парковых зон. Сейчас активные работы ведутся в Центральном парке и заканчивается еще один этап благоустройства в сквере вблизи завода РТИ. Напомним, что ранее горожане сами определили дизайн проекта этих территорий путем онлайн-голосования. Еще одна важная новость в преддверии Нового года. Город планирует обновить автопарк. В первом квартале 2022 в столицу Карачаева в Черкесии поступит 20 новых комфортабельных автобусов «Вектор Next». Они рассчитаны на 52 места, 19 из которых посадочные. Городской автотранспорт будет обновлен впервые за 12 лет. Автобусы оснащены пневмоподвеской для мягкого передвижения, пассажирскими креслами с антивандальным покрытием, рельефными полами, предотвращающими скольжение. Кроме того, при выборе городского автотранспорта были учтены потребности мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. Автобусы имеют механические пандусы и расширенные дверные проемы. Когда был вопрос рассмотрения, что вообще брать, Алексей Олегович тогда настоял, чтобы для удобства пассажиров в первую очередь и непосредственно водителей в базу включили кондиционер, пневмоподвеску, чтобы был мягкий ход. Потом там все дополнительное оборудование, которое сегодня необходимо по транспортной безопасности, по линии ФСБ. Там есть камеры, записывающие устройства, есть тахограф, есть эроглонас, есть глонас, GPS. Все это входит туда. Плюс тонированные стекла, плюс кондиционер.